Здравствуйте, с вами «Мастер спорта». Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. «Мастер спорта» расскажет и покажет про спорт то, о чем вы даже и не догадывались. Я Сергей Кизоркин. Обещаю, будет интересно. Кузницы чемпионов женского баскетбола в России сегодня по праву считается «Самара». Точнее, клуб «Политех Сам ГТУ». В прошлом сезоне команда выиграла чемпионат страны женской суперлиги. А начиналось все 16 лет назад. Инициатором создания спортивного коллектива выступил ректор политеха Владимир Калашников, а возглавил команду заслуженный тренер России Леонид Окунев. О межсезоне и планах на предстоящие соревнования мастеру спорта расскажет директор баскетбольного клуба «Политех Сам ГТО Евгений Франк. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, начнем с самого начала, действительно, что происходило в межсезонье интересного. Ну, на самом деле межсезонье для нас началось уже в мае, как только закончилась наша игра за все семь плывов. Вот, поэтому мы сразу начали заниматься активной селекционной кампанией, кампани, и мы считаем, что нам это удалось, потому что главная задача любой селекционной компании – это сохранить костяк команды и усилить те направления, где мы были слабыми. Костяк команды мы сохранили и приобрели, как мне кажется, довольно-таки двух сильных игроков. Это Людмила Мальцева, это наш Самарский игрок, который играет на позиции пятого номера, и разыгрывающий, атакующий защитник Полина Завьялова из, ком из команды УГМК. Кроме этого были сборы на базе нашей нашей турбазы Политехник. Прозвучала фраза: нужно усиливаться, как чемпионы. Неужели у команды чемпионы есть слабые места? Ну, на самом деле прошл прошлый сезон был очень такой двоякий. Мы стали да, чемпионами регулярного первенства. А по итогам общего чемпионата заняли пятое место. Поэтому, безусловно, команда требовалась усиления, команде необходимо встряхнуться. Потому что, с одной стороны, мы обыграли два раза и чемпиона команду Динамо-Курск. У нас было очень много хороших игр, очень драматичных игр. Но в плей-офф удача оказалась на нашей стороне. и нашей стране. Безусловно, задача или руководящего состава, или тренерского состава было выявить именно те болевые точки чтобы команда в этом сезоне однозначно была в призах, потому что задача на этот сезон поставлена перед командой, передо мной, быть ниже третьего места. Mm -hmm. Ну то есть двух игроков приобрели, а двух отказались или нет? Да, два игрока у нас из команды ушли, плюс мы второй год очень интенсивно подтягиваем нашу самарскую молодежь. Это Ирина Архипова и Татьяна Ханыки, наши самарские игроки, воспитанники тренера Марины Куличук, Курильчук. Потому что нам очень важно выстроить ту пирамиду от детского баскетбола до профессионального спорта. Потому что профессиональный спорт выполняет эту функцию только тогда, когда те сотни девочек, которые приходят в многочисленные дюш города Самара, Сызрани, Тольятти, Отрадно, видят, что у них есть шанс попасть в нашу профессиональную команду, есть шанс стать звездой. У нас, например, позапрошлом году Юлия Полуянова стала бронзовым призером универсиады. стала мастером спорта. И на следующем, в следующем сезоне стала выступать в команде премьер-лиги. Это дивизион выше, чем мы. Mm. Поэтому, безусловно, в команде есть возможность расти, есть возможность играть сборной России, есть возможность войти в топ-команды женского чемпионата. К сожалению, пока мы не относимся к топ-командам Например, лиги. лиге Я думаю, что мы ходим там в, десятку, в 14 команд ведущих команд России. Поэтому, когда эти девочки видят, что есть самарские девчонки, которые на 2-3-4 года старше них, и у них все получилось. Почему у них не должно получиться? Mm -hmm. Только тогда функция профессионального, ком профессионального спорта в регионе начнет выполняться. А не когда мы сейчас пригласим легионеров из других регионов либо из других стран, а после нас хоть трава не растет. У нас совершенно другая идеология. Здесь мы созвучно из федерации баскетбола Самарской области. Такая же идеология поддержка на самарские кадры и приглашать легионеров только в том случае, когда на этих поездках нету самарских игроков. Но есть еще выбирать, я имею в виду из местных баскетболисток? У нас одна из лучших в России детских школ под руководством Марины Курильчук, Виктора Курильчук. Поэтому, безусловно, есть из кого выбирать. У нас девочки и много раз становились по своим годам чемпионами России, много раз становились и бронзовыми призерами чемпионатов России. Поэтому очень, очень большое достижение. И, безусловно, вот всех самарских игроков, которые сейчас играют на профессиональном уровне, уже собрали. Кроме одной, это Ольга Артешиной, которая является игроком сборной России, игроком команды ГМК. А все остальные игроки, поверьте мне, играют уже в нашем э, в замечательном клубе по текстам готов. И плюс, э, скажем так, вот эти две девочки, на которых мы тоже делаем ставку. Хотя у меня был такой шуточный разговор с Ольгой Артешиной. Не думает ли она когда-нибудь вернуться к нам обратно mm -hmm. в Самару? Это на чемпионате Самара Опа, э, который пройдет в Федерации баскетбола в Самарской области. И я имел счастье играть с Ольгой Артешиной в одной команде. И, и какой ответ? Ну, шут, как, на шуточный вопрос добавить шуточный ответ. Я думаю, что. Пока нам еще рано приглашать Ольгу Артешину, хотя нам стоит поторопиться, наверное. Хотя мы все большие оптимисты и будем надеяться, что когда-нибудь Ольга Артешина, по крайней мере, может быть, в каком-то выставочном матче опять вернется на Самарский паркет. Мы уже начали разговор о предстоящем сезоне Кубок России в чемпионате. Планы и задачи уже начали потихонечку о них говорить. Поподробнее расскажите, как вообще а, планируется провести этот сезон? То есть уже какие-то наметочки есть, с кем как играть, кто наши основные соперники и так далее? Основные конкуренты те же самые. Это дублирующие составы э, МБА, это дублирующие составы Динамо Курск, э, это сильная команда Нефтяник э, Омск и сильная команда Ростов Дон Юф, вот такое университетское дерби. То есть мы с ними уже на протяжении нескольких лет конкурируем, соперничаем. А, поэтому основные конкуренты остались. Выше классом никто не поднялся, премьер-лигу цели, как я уже обозначил, быть в призах, то есть команда должна занять не ниже третьего места, только в этом случае выступление команды будет признано удовлетворительным. Как я уже повторил, косяк команды мы сохранили, это и наших звезд, Евгению Кожевникову, мастер спорта международного класса и мастер спорта Ольга Овчаренко, вот, укрепились двумя игроками. Первые официальные игры начнутся в октябре, пока еще календарь официально не утвержден. В октябре, в течение апреля будет плей-офф. Вот. Поэтому мы надеемся, что весь сезон мы пройдем ровненько, хотя без спадов тоже не обойтись, это спорт, это физиология. Вот. И к плей-оффу подойти во все оружие. А запасных много? Скамейка длинная? Официально заявлено 13 игроков. Вот. На площадке 5 игроков. Костяк любой баскетбольной команды — это 8-9 игроков. Остальные как бы, игроки являются подстрахующими на случай травм, на случай форс-мажора. То есть, в принципе, линейки в 10 игроков достаточно, чтобы выиграть сезон, ну или выступить успешно. Uh -huh. Ну, так скажем, взаимозами... взаимозаменяемость она равноценная вот у вас в команде. Uh, у нас uh, довольно. -таки... Или когда, так скажем, запасной выходит, приходится немножко напрягаться. Нет, у нас у уникальная команда. Uh, вторая пятерка и в иные игры набирает больше в течение сезона, чем стартовая пятерка. То есть у нас абсолютно заменяемость. Uh, конкурентная среда, и в этом году мы даже усилили конкуренцию от Людмилы Мальцевой и Полины Завьяловой, потому что, какими игроками, какие какими бы игроки не были великими в нашем масштабе, то безусловно, нужно быть конкуренция, чтобы человек не успокаивался, чтобы он бился за состав, отдавался на каждой тренировке, а, и только в этом случае он и в официальных играх будет отдаваться по максимуму. Поэтому я считаю, что Состав у нас один из сильнейших в лиге. Теперь осталось вот э, эту воду в кувшине не расплескать и во все оружие подойти к плей в 2017 году. Ну и последний вопрос. Дальше. Дальше. Дальше куда? Выше? Или вы так и останетесь в этой лиге? А, безусловно, побеждать и побеждать. А, безусловно, рост зависит от очень многих составляющих. Девиз нашего университета «Политех всегда первый». Вы знаете, что в этом году мы стали опорным вузом. Самарского региона опорны это не только в области науки и культуры, но и в области спорта. Я могу без зрения совести сказать, что мы, наверное, самый спортивный вуз России. Мы, наверное, единственный вуз, на базе которого функционирует профессиональная баскетбольная команда. В этом году мы открываем новый замечательный проект. Это же мужская студенческая команда «Энергия» сам ГТУ. Это в студенческой лиге ВТБ. Мы будем представлять Поволжье и Самарскую область в студенческой лиге ВТБ. Uh, у нас есть профессиональная команда, очень сильная команда по боксу. Мы 15-кратный чемпион спартакиады. Поэтому, безусловно, те традиции, uh, те uh, победы, которые стоят за нами, просто толкают нас вперед. И вот недавно uh, были когда официальные игры uh, мужской сборной uh, России по баскетболу. Всем известно, что Борис uh, Ильич uh, Соколовский является выпускником нашего университета, является вторым тренером сборной России. Поэтому, безусловно, с такими выпускниками, с такими традициями, Конечно хотелось бы играть в Премьер-лиге. Мы для этого чувствуем, что мы организационно созрели, есть костяк, но зачастую все упирается в финансы, да, потому что это необходимо нам менять площадку, это МТЛ Арена, либо надеюсь, что будет довольно-таки скоро отремонтирован ЦСКА ВС. Это безусловно содержать, дублирующий состав. Вот поэтому мы сейчас проводим э, работу по поиску дополнительного внешнего финансирования. Если финансирование будет на достойном уровне, конечно, мы себе ставим задачу. Если будет высокий спортивный план к нами достигнут, то есть мы окажемся в призах, и плюс будет соответствующее дополнительное финансирование, то мы готовы играть, уже мы к этому морально созрели, уже на третий год выступления в профессиональном уровне в премьер-лиге Российской Федерации. Это был «Женский баскетбол» на телеканале «Самара ГИС» в программе «Мастер спорта». Я, Сергей Кизоркин, не прощаюсь с вами. Увидимся через неделю вечером без 15.08 или раньше на спортивных площадках ГОРДС. До встречи.